Слава, здравствуйте. Зачем вы платите деньги в автобусе? Горба также бесплатно сегодня возит. Кеш, правда? Сегодня день горбатых. Было дело. Было дело. Ну как там, ребят, что грибы хорошие были. Грибы были замечательные. Тебе даже дождь не помешал грибов нажарить. Я говорю, что хорошо, ведь друг долбарил. Викентий Самохорнкин, у вас завтра день рождения, да? Да. Надо поздравить. Сколько вам лет исполняется? 41. Во, видишь, блин. Старый Кеша. Отец, ты что за сыном-то не смотришь? Да мелковатый немножко для отца. Отец. Отец. День рождения сына будешь делать? Машину подаришь? Это же соседка моей бывшей. Говорит, какой он? Она говорит, отец. У него, говорит, наверное, отец его. Ну, это отец. Георгий. Какой Георгий? Только на сантехнике приходил. Отец заходил. Георгий. Что будешь дарить сыну? Опять пряжку для ремня. Пряжку вот. Обзор на пряжку. Офигенная. Ну все. А то я потерял. Потерял пряжку. Ну и кто заявлено, какие блюда будут на дне рождения на ассамблее? Шашлык, торт и шарлотка. Или да. Слава, а вы какие явства принесете? Явство? Опять ни хрена ты не дождетесь вы от меня. Опять джентльменский набор и пряжка для ремня. Все понятно. Он пожарит шашлык. Слава, а ты можешь вот этот рюкзак одеть? Нет, зависит от погоды, Слава пожарит шашлык. А, да, кстати, да. Вот Славик у нас завтра за место повара будет. А его всегда за место было. Даже под проливным дождем можно грибы пожарить. Кто умеет, тому не нужно. Ну понятно. Это там можно стоять, проверяешь.